Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, канал МТГ Сибирь. Сегодня мы с вами попробуем поиграть большой красной контрольной колодой, которая будет сносить крич, ставить большие угрозы, ну и пытаться как-то выжить в формате современного быстрого агрового стандарта. Итак, три копии удавления за одну ману носит три повреждения целому существу или плэнсвокеру. 4 истирания за две маны, мы выбираем опцию, либо наносим три повреждения целому существу, либо уничтожаем целевой артефакт. Три копии сверкающих груд. Это наш мана-разгон. Такой вот. За тап добавляет красненькую. Кладем на нее жетончик. За тап мы можем пожертвовать ее. Удалить все жетончики. И добавить x маны. Сколько жетончиков на ней было. Одного цвета. Две копии сказки о разбившем зеркале. Тут у нас гоблин-атакер-блокер. Который при атаке делает жетон клада. Тут у нас типа сброс-добор нужных карт. Тут у нас изгнать, положить себе копирующего ниндзю Какаси. Три копии конца братства за три маны. Либо три дамага каждому существу и планетсуокеру. Либо уничтожить все артефакты с мановой ценностью не более 3. Три копии наладчика цепей, потому что деки просто нечем гениться. В красном цвете просто нечем генить хиты. Какая-нибудь Шаудред просто очередная головная боль. За 3 маны 2-3. Входит, мы геним 2 хита. А когда покидает поле битвы, мы дровываем карточку. Две копии Целестуса. Тут у нас и мана, и типа там потом сброс-добор. Ну, это не важно. Три копии видения Фирексии за 4 маны. Чарка. В начале нашего шага поддержки мы изгоняем карточку, можем ее разыграть. Если мы это не сделали в этот ход, то создаем себе повернутый камень силы, который умеет добавлять на артефактные спеллы. Либо на обилки какие-нибудь. Короче, не на спеллы цветные. Но в чем нюанс? Когда она вышла, мы же ничего не изгнали, собственно, ничего не разыграли, и сделаем себе сразу же камень силы. Две копии Карна живого наследия за 4 маны, 4 лояльности. За плюс 1 мы создаем фишку Камня силы. За минус 1 мы платим x маны, любое количество. Смотрим столько же карт, сколько заплатили маны. И одну себе в ручку. Вот. Далее 3 копии сжечь дом, масс ремувал, либо 3 дьявола. Далее самый сок, ребята. Самый сок — это 2 истирателя городов, которые когда кастуются, либо когда атакуют, уничтожают перманент. И у него есть откопать. 2 копии портала Фирексию входит. Каждый поэн жертвует 3 существа. И в начале нашего шага поддержки мы будем себе класть карту существа из кладбища на поле битвы под нашим контролем. И 3 копии батальона бегучих лучеметов за 9 маны 4-4. Пробивной удар ускорения входит с 2 копиями себя. Либо прототип, вот он будет за 5 маны 2-2. Ну и, собственно, копии тоже будут 2-2. Вот такая, друзья, колода. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Давайте попробуем ее потестить. Ох, не знаю, ребята, смотрится тяжело. Если какой-нибудь моноблэк еще и с отличной раздачей, то, конечно, шансов у нас на выживание крайне мало. Но если повезет, и у нас будет не совсем плохая рука, то, в принципе, у колоды есть шансики побороться. Колода очень долгая, это контроль. Тут она не на раз, два, три кричи убивает, поэтому тут нужно запастись терпением, чайком и семками, чтобы такое смотреть. И тем более таким играть. Ну, смотрите, что у нас есть. У нас есть Целестус, Масс Ремувал, доборчик типа. Давайте попробуем оставить. Вот это, конечно, хочется видеть в поздней игре, не в начале. Так что вот это плохая карта на руке. Лучше бы это был какой-нибудь ремувальчик на первый или второй ход. Ну, ладно. Это кармашки такие интересные прямо. А что они делают? Нет, так просто. Ладно. А у меня он ангелочек с сердечками. Так, что это? Черно-белая земля, да? Ага, интересно. Что же будет дальше? Ну, тут у нас есть варианты, как бы. Ну, сейчас откровенно по-любому Целесту станет. То есть, тут гадалки не ходи. В следующий ход мы запросто можем воткнуть видение и ремувал во что-нибудь. Например, вот в ангела. Чего бы нет? Да? Это так и сделано, наверное. Давайте воткнем видение. И давайте ремувал ангела. Бам. Все, сделали себе карточку, ой, фишку. Теперь у нас получается 4, 5, 6 ман. То есть еще 3 маны, и мы портал сыграем. Сказка о разбившем зеркале абсолютно меня не напрягает, ребят, поэтому я ее пропускаю.
Ну, конечно же, без проблем. То есть. Хотя мы можем убить, в принципе. В принципе, можем себе это позволить. Давайте. Земля лучше, чем бесцветная фишка. Хотя земля тоже бесцветная. Ну ладно. Давайте. Паучок. 2-3. Ну и, наверное. Ход. У нас получается уже 5-6-7 маны на портал. Я имею в виду. Это неплохо. Сейчас истирание не хочу тратить. Вот просто не хочу. Скинул отца. Интересная дека. Что за дека? Я думал, это ангел у нас сначала, но что-то, по-моему, это нифига не ангел. Причем такая дорогая дека, все такое прямо в этих, в обликах. Ох-ох-ох, туда вбухано деку. Я сам вообще никогда по обликам не убивался, по файле не убивался. Вот это плохо. Ну ладно, но терпимо. Это шелдред, это плохо. Мой ход. Ну что, тогда мы можем, в принципе, наверное, сейчас и всех поубивать, да? Сказка. Так. А что сам-то не подорвался? Он все подорвался. Отлично. Да. Манус, конечно же, не хватит, наверное. Да, не хватит. Сколько тут? Ну да, не хватит. Так, давайте. Истирание. Сюда. Блин, зачем это? Ну ладно. Давайте конец братства. Всем по 3. Вместо сказки я сделаю себе фишечку. Далее. Конец хода. Все, теперь у нас есть вся мана. 7, даже больше. Ой, 6, 7, 8, 9. Все правильно. Все четко есть. 9 маны. Теперь мы можем портал Ферексу. То есть сейчас, что бы он ни сыграл, оно отправится под портал. Такой план. Собиратель, пускай. Да, пускай собирается. Давай еще что-нибудь. Еще какую-нибудь одну кричу. Вообще странная дека очень. Очень непонятные мне карты какие-то. А еще какой-нибудь. Какой-нибудь что-нибудь, а? Меня хочешь добора лишнего лишить? Братан. Не дай бог. Да ё-моё. Ну ладно, жалко. Пас. Мой ход. Очень жалко, на самом деле. Ну давайте портал Ферексию. Бам. Шлеп. Фигаси. Так, портал Ферексию. А, ну из. А это флешбэк-то 4 же, да. То есть Шелдред мы себе вернем в любом случае. А я хочу Шелдред. А я хочу надзирателя. Чтобы подроваться. Мне важнее добор. Если честно. Угу. Тоже, кстати, вариант. Сжечь дом. Неплохо. Давайте. Знаете, что сделаем? Чтобы следующий ход что-то что снова оживить, давайте сюда удавление. Это просто приколы, конечно, сейчас. Сюда истирать. А, такого я еще не делал, конечно, никогда. Ну, сейчас бросит, конечно, карточку, там подровает. Просто так не пропадет. Это понятно. Это естественно. Ну, что-то оппонент задумался наш. Наш оппонент задумался. Я думаю, играть сжечь дом или не играть сжечь дом.
Наверное, сыграю. У меня будет много противных богомерзких атакеров. Сбросил. Хорошая чарка. Давайте сжечь дом. Сделаем себе уйму токенов. Атака на 3. Ходи. Портал Ферикс, у него есть чем убивать. Это точно. Нам надо просто, как сказать, препятствовать этому, что ли? Если он сейчас сыграет аутсайдера, при атаку мы, естественно, ангелом встанем в блок. По-любому. Я смогу вытянуть себе ангела. Он мне нравится. Башня Рафинада, да? Там еще синяя мана появилась. Или просто интересно, как дуалка лежит. Вместо дуалки. Может, что-нибудь уничтожить, какую-нибудь землю? Тоже об этом начинаю задумываться. Но если нет, так мы себе шелдред тогда вытянем. Потому что шелдред — это прямо угрозная угроза. Это опасно очень. Угу. Это ложь, да. 4 маны, да. Давайте себе что-нибудь возьмем, да? Давайте, допустим, Шелдред. Все-таки. Подровались. Теперь я хочу активировать. Возьмем карточку. Эту карту сбросим. Давайте, наверное, гибельное поле. Давайте, наверное, уничтожим одну из земель. Пусть это будет черно-белое. Берем себе гору. Проверим его на количество бейсиков. Да ты моя зая! Давайте черно-белое. У него нет бейсика в деке вообще. Жесть. Вот это жестко. Нет, а так ходи. Вот это жестко, конечно. Нет бейсиков. Это просто жесть. Две же земли? А, он землю сыграл. Понял. Он сыграл землю. Видимо, чтобы портал Ферекс уничтожить. Но все равно, как бы, ему уменьшили количество в колоде земель на 2. Это тоже немаловажно. Е-бэйби. Моно Бигрет работает. Бигрет работает. Вот так вот. Окей. Я не говорю, ребят, что это какая-то тир 1 дека. Нет, не тир, даже 2. Просто фанка. Вот мне хотелось куда-то запихнуть Карна. Ну, скажем так. И вот эти батальоны мне очень сильно понравились. Я их даже специально себе ради этого скрафтил. Специально скрафтил ради этой деки, потому что она, блин, классная. Классная. А что у меня там было-то? Сейчас, секундочку. Что я там получил? Или ничего не получил? Что произошло? Не знаю. Ладно, давайте следующую сыграем, вторую катку. Ой. А что, скоро уже это, да? Нет, 21 день, еще не скоро. Давайте сыграем вторую каточку. Блин, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Также помогайте каналу денежкой. Ссылки на то, как задонатить, есть в описании. Донатеры, кстати, заказывают деки вне очереди. Плюс имеют кучу дополнительных плюшек. Какие захотите, на самом-то деле. Все ограничивается вашей фантазией. Плюс нажимайте колокольчик обязательно, чтобы следующее видео не пропускать. И снова у нас какая-то здоровая фигня на руке, да? Приходит пер, не очень хорошо. У нас очень много ремувала. Вот это очень хорошо, кстати.
Ну ладно, давайте попробуем. Вдруг там какая-нибудь лютая агра, которая нас сейчас переедет. Ну, посмотрим, что будет. Белая манка. Может, монобелый контроль. Тогда все просто будет. Да? О, сейфоломушка. А я его сразу убью. Знаете, нет? Верите, я его убью просто сразу. Терпеть не могу, когда понятно. Дробится, а я нет. Умри. Ходи. Да? Объявление свадьбы, да? Пускай. Пускай. У нас есть чем ответить на это объявление. К счастью. Ходи. Пока не будем ничего предпринимать такого. Интересно, что за дека? Пас. Да, сходил на один. Пас. Что-то любила селянка. Ладно. Нашел все basic, да? Карта как бы сейчас на 3 шлепнут, но это не страшно на самом деле. Это не страшно, на мой взгляд. Мой ход. Давайте я даже Карна поставлю. И плюсану. Пускай его на 3 шлепают. Пусть у него будет камень силы, потому что у нас все-таки стиратель городов есть. Это немаловажно на самом деле. Да, это монобелый контроль. Только такой. Больше агровый. Да. Он добрал карточку. Куча токенчиков. Так. Неплохо. Земля. Давайте плюсанем. Так. Что нам делать? Что нам делать? Что нам делать? Давайте всем по 3, да? Всем по 3. Спенк. Карном, короче, сделал 2 маны. В принципе. И одну атаку на себя перетянул. В принципе, неплохо. Да? Конечно. Пас. Сделал токен, ты думаешь, да? Да, сделал токен на 3-3. Пусть будет токен. Не страшно. На самом деле мы же HDO можем сыграть, как бы. Поэтому ничего не страшного в токене я не вижу. Но если сейчас она его плюсанет, то я сделаю стирание. Если нет, то сжечь дом. И стирание, и стиратель, да? Хух, ладно. Я лучше сейфолом шлепну туда. Хорошо. Пас. Пас. Идет на 4. Блин, решение, решение. Уже все предугадать. Что как пойдет. Пас. Да. Решение, решение, решение. Давайте истирание в сейфолом. Как я сейчас хочу истирателя городов? Под землю подровать. Его поставить. Е, бэйби. Пам. Пам. Чпеньк. Ходи. Сейчас, скорее всего, он получит экзайл какой-нибудь. Это кажется, нет? Селянка пока. Ладно. Селянка. А он землю не может дестроить или нет? Не являющуюся землей. Окей. Давайте тогда... Гора. Давайте в атаку. Далее атака. Уничтожим токена. Подровался. А, ну да, артефакт у него есть. Бам в лицо. Тогда в таком случае ставим видение Фирексии.
и делаем себе камень силы. Ходи. То есть наш, ему, его сейчас нужно убивать. Вот, допустим, императрицы, да? Изгнали, да. Восстановление Гэндзё, да. Угу. На два, да. Давай что-нибудь хорошее. Жучара. И такое. Давайте, да. Давайте конец братства сыграем. Три по всем. Давайте жучара. Погенились. Ходи. Как только он ливнет из игры, то мы сразу подорвем карту. Это очень хорошо. Так, у нас здесь 5. 8 маны. Да. А, нет, подождите. Чуть ли. 7, 10 маны. У нас вообще больше маны нам не надо, в принципе. Это лоша. О, это лоша. Круто. Да, это лоша крутой. Не спорю. Это лоша мега крутой. Хм. Давайте введение Фирексии, скажем, да. Пригодится, пригодится. Для нас это финишур. Давайте атака. Чё бы нет. Чё бы нет. Чё, неужели станет бог? Да не встанет. Настолько он глуп. Все правильно. Конец хода. Еще, ну, сыграть больше ничего не можем. Подровался сейфоломушка. Там что, два сейфолома, что ли? А, там два сейфолома, круто. Сейчас всех убью, один останусь. Да. Пс, выбирай, что хочешь. Выбирай. Называется, что хочешь. Нам не жалко. С жильцом, да, без проблем. У меня как раз на него маны 7 есть. Четко. Это лоша, конец влету. Да? Надо атаковать, да? Все правильно. Все правильно. Раз. Два. Три. Да что ж такое-то? Ну давайте. Сжечь дом. Мы же сейчас еще подроваемся. Блин, реликварий классный. Жалко, мы сейчас стирание не можем сыграть. Он нас может на 4, на 5 проатаковать. Чё плохо. Блин, нам нужна одна карта. Просто одна карта всего лишь. Да. Нужна нам одна карта, чтобы выиграть эту катку. Это наши эти батальоны или бастионы, как они там называются. Это неплохой манувайт, мне нравится. Че, ну сколько у него экипаж? Один. Неплохо. Неплохо. Что ж, давайте. Портал Фирексию. В принципе, я бы мог сейчас конец братства сыграть и все его артефакты подестроить. Вообще все. Кроме Арагоси. Ладно, ходи.
Хороший так. Да. Затапано, слава богу. Угу. Компаньон, да. И стирание. Варагусь. Он ведь, кстати, мог же в стеке... А, нет, не смог в стеке. Он не был кричи. Да. Да. Блин, ребят, мы или держимся? Да. И стирание. Артефакт уничтожить. Ребята, нам сейчас нужна одна карта. У нас их три в деке. Нужна всего лишь одна карта. Да, трансформировалась. Пожалуйста. Так, о! Стоп. Что у нас есть на нашем кладбище? Жучара. Давайте это лошу. Раз. Два. Пожалуйста. Yes! Ну все. Удавление. Или не все? Подождите, он же... Сколько? А, мы на 12. А, мы на 12 заходим. Нет. Нет. Конец хода. Блин, мы даже на 12 заходим. Какая жесть. Какая жесть. Да. Ладно. А, ну все, мы умерли, да. Ладно. Тут мы сдадимся. Друзья, ну такая колода. Поздно нам его дали, блин. Очень поздно, понятно, что успел расставиться. Если бы пораньше, конечно, мы бы выиграли. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. С вами, как всегда, был Дима, МТГ Сибирь. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи, пока и хороших топ-деков.